Символичное и удивительное совпадение чисел. Детский сад номер 13 открылся в новом обличии 13 февраля. Эту дату запомнят все. У нас есть хорошая перспектива в этом году ввести около 1000 новых мест. Но мы рады каждой группе. И 20 мест, и 40 мест, и 30 мест. И даже если это 15 новых мест, новых детишек, мы тоже этому рады. Тем более отрадно, что эти новые места у нас открываются непосредственно в центре города. Открытие нового корпуса позволит принимать еще 30 маленьких анапчан к тем 50, которые уже посещают теремок. Теперь он в полной мере оправдывает свое название. Пристройку сделали, не урезая участок для прогулок на открытом воздухе, а за счет расширения самого участка. Комнаты приема пищи и умывальные блещут чистотой и радуют глаз отделкой. Медкабинет оснащен всем необходимым. Уютные группы, отремонтированные по новейшим строительным стандартам, сделают пребывание детей комфортным. Работы провела фирма «Перспектива». Пристройка дала еще один плюс. Заменены лестничные марши, которые были деревянными и узкими. О, конечно. Это же очень красиво, очень хорошо вообще. И строители вот очень хорошо ремонт сделали. Прямо чудесно. Тебе нравится в этом ремонте? Да. Благодарные за такой подарок дети нарисовали яркое анапское солнце и подарили картину муниципалитету. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион.